Накануне в СМИ появилась информация о возможном бое Ислама с мексиканцем Саулем Альваресом в мае этого года. Российский эксперт Александр Беленький весьма скептически отнесся к такой возможности, тогда как его коллега Григорий Стангрид заявил, что подобный вариант развития событий вполне возможен. Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко также не исключил, что Ислам в будущем может встретиться с Альваресом. Дыма без огня не бывает. Возможно, бой состоится немного позднее, но уже потихоньку раскачивать начинают. И это хорошо, сказал он. По словам Виктора Демьяненко, если такой бой состоялся бы прямо завтра, то Ислам был бы явным андердогом. Абсолютно никаких шансов. За счет чего выигрывать? У него нет жесткости удара, так как он показывает любительский бокс. На данный момент я не вижу ни мастерства, ни опыта в профессионалах. Ну, посмотрите последний бой Каната. Там только отговорки, что перчатки не те, руки разбиты, что боксер болел и не тренировался. Даже говорить о последнем бое нечего. Непобежденный казахстанский боксер Канат Ислам свой следующий бой проведет 17 февраля в американском городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, в андеркарте вечера бокса Роя Джонса. Это будет 10-раундовый поединок. Это не защита титула. Защиту титула Канат будет проводить в Казахстане, а соперники скоро сообщим. Канат Ислам уже в Штатах. Проходит тренировочный сбор под руководством Нельсона Лопеза, рассказал собеседник издания. В настоящее время 32-летний казахстанец тренируется в США, где провел два поединка в 2015 и 2016 годах. В своем последнем бое Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил Ганса Патрика Алатея.